Друзья, всем привет! Всем летний солнечный ейский привет! У нас утро. Ой, свалился рюкзак. Вот. И я поехала с утра кататься на велике. И, наверное, заеду на лиман. Не, наверное, точно. Вот. С утра, пока не забыла, хочу передать приветы. Мои зрители на YouTube-канале, мои подписчики просят передать привет Ирине и Саше с улицы Кропоткина, 19. Передаю вам привет. Еще у меня подписчики едут отдыхать скоро и попросили заснять дом на Красной 59/8. Вот сейчас я как раз этим занимаюсь. Посмотрела, остановилась вот я на велике во дворах и посмотрела на Google картах, где этот дом находится. Сейчас мы с вами туда проедем, заодно и вы тоже есть посмотрите. Вот этот тоже дом очень нравится, но это казачья 2, буква Г. Красивый очень двор, розы, беседка, детская там площадка есть. И напротив вот такой дом. А там впереди спорткомплекс. Так, мне немножко в другую сторону нужно. Я, значит, кружу здесь вокруг спорткомплекса. Посмотрела на Яндекс.Картах. Смотрю, вроде он как-то недалеко должен быть. Но здесь такая дурацкая нумерация домов. Здесь вот дробь 2. Где-то сзади дробь 7. И вдруг я поворачиваюсь, и оказывается красная дробь 8. Вот он. Вот этот дом. Я тут приезжала несколько раз. Это канал Эдичка. Я не знаю, как зовут подписчика. Вот этот дом я в прошлом с вами, позапрошлом ролике снимала. А это дом, который просили показать подписчики, которые скоро сюда приедут отдыхать. Тавтология у меня какая-то получилась. Давайте проедем вокруг этого дома и посмотрим вместе с вами. Ой, здесь какие плоды растут. Друзья, какие здесь растут груши. Прям загляденье. Аж ветки прямо прогибаются под ними. Такой урожай богатый. Груши висят. Вот он, этот дом. Мы как-то проходили с мужем, восхищались, потому что эти стили нравятся. Красивые здесь тоже цветники у них такие, розария, чисто, лавочки. Все, сам по себе дом тоже замечательный. Вот такой. Это Красная 59/8. Мы поехали дальше. Вот доехала до конца дома и хочу вам показать сейчас дом еще раз. Обзор. Вот какие у них тут красивые розы цветут. Ой, загляденье. Красивый клумб очень. И рядом с домом вот тут вот яблоня. Тоже посмотрите, сколько яблок. Я у себя яблочки вот эти собираю и компоты варю практически каждый день. Сегодня решила проехаться дворами и сама посмотрю, потому что мы как-то в основном по Красной улице гуляли, а вот вглубь туда не ходили. Самое интересное, нужно изучать город. И, друзья, огромное спасибо всем, кто откликнулся на видео с травой ковунцой, который прокалывает колеса. Кстати, колесо мы сделали, ремонт нам обошел всего лишь 100 рублей. Вот, и думаю, вот по таким дорогам тоже, наверное, ездить это неблагодарное дело, потому что здесь все, кроме камней, и колючки эти могут быть, и стекла, и все что угодно. А я сейчас поеду вон туда, вон прямо, там ближе к пешеходному переходу. И еще хотела сказать, друзья, я вчера выложила ролик с дождем, не пугайтесь, у нас все хорошо, у нас прекрасная солнечная погода, теплая. Нет такого пекла, как было, 31 градус, но оно вернется к выходным. А сейчас очень хорошая, комфортная погода, где-то 23-25, наверное. Купаться, загорать, отдыхать, гулять, просто супер. Сегодня даже вот ветра нет. Поэтому всем хорошего отдыха, всем, кто собирается, не пугайтесь, едьте. На юге очень быстро меняется погода. Даже вчера вот прошел дождь, и тут же жара была у нас, и мы отдыхали, гуляли и наслаждались южной жизнью. Поэтому все приезжайте на юг. Друзья, еще хотела показать вам такую вот траву.
Эта трава называется амброзия, и она очень сильный аллерген. Наверное, многие из вас смотрели ролики южных блогеров, и многие пугают и пишут про эту траву, то, что если вы аллергик, то именно вот эта трава, она очень сильный аллерген. И люди, страдающие аллергией, потом приезжают, и ну, кому-то может, вот, например, от этой травки стать плохо. Я сама тоже аллергик. Вот. Но у меня в нашей полосе аллергия была на полынь, на цветущее такое все вот по весне. Вот все, что цвело, как бы, и у меня начиналось тоже. Хотя нет, вот знаете, как-то один раз на работе сорвала цветок какую-то на территории, принесла его в офисе, поставила вазочку около стола и все, и сразу же мгновенно начала задыхаться. Вот, ну, ничего, слава богу, на амброзию я не чувствую, скажем так. Нет, у меня, слава богу, на нее нет аллергии. Поэтому я вот вам ее показала. Сейчас из интернета вам поставлю фотку, чтобы вы получше ее запомнили. Ох, у нас и жарко. Прям вообще. Время еще только 10 утра. Разогрело прям так хорошо. Я не знаю, как у меня градусник показывает. 25, по-моему, по ощущениям. Все 30 уже. Прям хорошо, жарко. Вот, друзья, сейчас еду и мимо вот обочины. Это все вот эти вот кувунцы. Целые заросли вот до самого конца дома. Вот они. Вот они, кувунцы, которые проколуют колеса. Но они как бы на обочине, но не важно. Я думаю, что колючки эти высыхают и разлетаются где только угодно. Ой, очень много этой травы. У меня сегодня такой ботанический ролик получился. Но мне кажется, это всем интересно, полезно. Тем более, кто собирается переезжать сюда. Мы, знаете, каждый раз вот ну, как-то вот живешь, и раз сталкиваешься с чем-то, с какой-то, ну, с какой-то вот такой вот для себя новостью открываешь, что ли. Я бы так сказала. Это же все надо знать. Мы вот не знали, например, купили велики, видите, в первый же практически муж на второй день или в первый же прямо проколол колесо. Я чуть попозже. Ну, я, наверное, потому что катаюсь меньше. Вот, поэтому вот о таких вещах будете уже, благодаря моим роликам, предупреждены и готовы. Вот я уже и на Лимане. Друзья, как все быстро на велике, как долго идти пешком. И посмотрели по карте, тут, по-моему, больше 2 километра от моего дома до Лимана. И шла где-то примерно 30 минут, если просто идти. А я еще снимала, поэтому я в прошлый раз, наверное, весь час получился. И посмотрите, сегодня вода поближе здесь. Видите, он поближе и поглубже. Вот я смотрю даже по людям, как вот они стоят. Да, водичка сегодня поближе. Все, я пошла купаться, остужаться. У нас сегодня самый прям то для купания. И не жарко, и можно в воде подольше побыть. Не знаю еще, какая водичка, не пробовала. Но я в любом случае буду купаться. Друзья, я вышла такая немножко прогреться. Оборачиваюсь, сзади меня храм стоит. И смотрю, там такое небо черное. Откуда эти тучи? Сегодня ничего не предвещало дождя. Не обещали вроде бы. В пятницу только дождик будет. А так, солнышко. Ну, посмотрим. Пока купаюсь. Все, друзья, все почернело. Грохочет. Муж звонит, говорит, в городе ливень уже идет. И все побежали с пляжа. Все почти опустело. В общем, надо бегом переодеваться и быстро-быстро ехать. Вот, друзья, не верьте Яндекс погоде, верьте блогерам, живущим на юге. Сегодня Яндекс вообще не показал дождя. Облачный, все, по факту у нас ливень. Я уже вся сырая насквозь еду. И у меня еще проблема, когда стала уезжать с пляжа. У меня слетела цепь. И сейчас все руки в мазуте, а вытереть мне нечем. Влажные салфетки закончились. И, опять же, хочу сказать, благо у меня было босоногое такое пацанское детство. Я знаю, как цепь надеть и много вообще чего знаю, все, что связано с техникой. В юности, когда ты на мотоцикле каталась и сама же его ремонтировала, если где-то в полях застряну. О, видите, что, надо до дома ехать. А мне еще в магазин надо за хлебом заехать. И под деревом лучше не стоять. Это я вам для съемок остановилась.
потому что у нас грохочет, у нас помимо ливня еще и гром, гроза, в общем. Вот такая у нас погодка на юге, Ейск, 3 августа, друзья. Ну все, друзья, тут уже ливень, прямо ливнище. Я не доехала, остановилась, стою под подъездом, но уже смысла нет здесь стоять, потому что я вся насквозь сырая. О, что меня пугает только, это молния с громом. Видите, что творится. Конкурс мокрых маек. Вся насквозь, прямо вообще насквозь сырую. Все, смысла уже нет стоять, я все равно вся промокла. В общем, надо ехать, надо как-то пробираться до дома. Друзья, сказать, что у нас дождь, это ни о чем не сказать. Смотрите, что творится. Я насквозь вообще вся сырая, просто насквозь. Слава богу, я дома. А, смотрите. Даже ливневки не справляются. Вот так. Все, друзья, я пошла греться. Пошла переодеваться. Называется, хорошего отдыха в начале ролика всем пожелала. Вот такая погодка у нас. Все, друзья, всем пока-пока.